Добрий день з Києва, з України. Багато бачу коментарів, на 99% вони всі гарні, всі позитивні, всі з добром, з любов'ю, з вірою, з надією, але деякі мене вражають. Скажу на русском, тому що в основному, якщо щось не дуже хороше, то це, к сожалению, не буду називати государство ввиду наших таких сложных отношений на сегодняшний день. Но я сразу скажу, что я не хочу никакой грязи, никакой политики на своей страничке, на своем аккаунте в ТикТок. Я тут пока только начинаю. В закрытых группах у меня мир, тишь и благодать. Люди со всех стран мира, и все ведут себя культурно, прилично, интеллигентно, с любовью и с добром. Но тем, кто думает, что если они напишут мне что-то колкое, что-то такое ядовитое, они останутся на моей страничке, в моем аккаунте, я хочу вас разочаровать, вы не останетесь. Я читаю каждый комментарий. На плохие комментарии я не реагирую. В перепалки я не вхожу. Я просто человека блокирую, так что... рекомендую вам ничего не писать, если вы хотите читать что-то полезное, что-то для души, для сердца, для жизни, для нашей сегодняшней жизни и для будущей жизни, потому что наша жизнь бесконечная. Поэтому не пишите ничего плохого, будьте добрыми, любите людей, не делите людей на национальности. Есть одна национальность, она называется человек. Будьте людьми, и будет вам счастье, мир, любовь, благодать, достаток и все самое хорошее, что только есть в мире.